входим в избушку. Печка у нас уже шумит. Светло, так как при дневном свете. Такие матрасы делаем. Здесь, если мы добавляем досок, и у нас на всю ширину метра три, наверное, получается. Здесь у нас все сухое, влажности нету, избушка проветривается. Вот здесь вот она у нас, бревно мы откатили весной, когда снег растаял. И с этой стороны откатили, и поэтому у нас все сухо, все проветривается. Мох сухой. И будем располагаться. Это у нас продуктовый ящик. Маленько его заклинило. Откроем. Посмотрим, какие у нас продукты остались. Ложечки. Втыкаются у нас таким образом. Керосиновая лампа есть. Ну все, как положено, соль, воронка, еще такой у нас кемпинговый фонарь, не знаю, проверим, будет работать или нет. Ночью ветер был сильный, погода поменялась и пошел дождь. И сейчас мы идем на болото, ищем бруснику. До сегодняшнего дня погода стояла идеальная. Но как мы на болото приехали за ягодой, так она нам приготовила сюрприз. Поставили воду, с крыши накапает. Ручейка, речки нет здесь. Набираем воду дождевую. Крыша у нас покрыта наждачкой. Кто видел последние сюжеты, старую избушку 25 лет, которую построили назад, мы ее постелили. А эта избушка, которой 3 года было в мае, она уже сразу была постелена этой наждачной отработанной бумагой. И сейчас мы уходим в эти дебри и будем искать бруснику. Клюкву мы знаем, где она есть. Будем проходить мимо, посмотрим, как она растет, в какой она готовности. Сентябрь уже, середина почти. Брусника должна уже быть готова. 2 недели назад мы брали, она была однобокая.
примерно. Она выглядит так же, как старая избушка. Похожа на нее. И мы их называем близнецами. Да? Ага. Нам надо бруснику. Заходим в чащу и идем дальше. Вышли из болота, продвигаемся к избушке. И вот медведь после болота ягод наелся и, видимо, тут опорожнился. И мы вышли на эту тропу. Она как человеческая, утрамбованная. Конкретно и главное идет в направлении нашей избушки. Вот брат впереди виднеется. И сейчас где-то через минут 10-15 мы должны подойти будем уже к избушке. А вот там болото. И вот он по этой тропе, видимо, ходит. А, тропа сюда, да? А то я вначале вот на этот выворотень вышел. Посмотреть, следы есть какие или нет. Так, а тропа вот поворачивает. То есть мы здесь не ходили еще. Она натоптана, как будто человеческая. Ага, ну вот он на этой тропе еще раз опорожнился. Но тут уже очень серьезно он опорожнился. Серьезно. У него здесь получилась остановка. Вот это он на болоте ягоду ест и потом здесь опорожняется на своей тропе. Сходили мы неудачно. Бруснику не нашли. Нашли, но маленько. Небольшими островочками. Нас это не устраивает. Поэтому сейчас собираемся и едем в другую избушку, где мы собирали 2 недели назад. Ставили воду дождевую. Думал, что попил ее. А то болотная она. Здесь стоячая. Поэтому мы вот набирали с крыши. Еще раз напоминаю, что здесь у нас отработано наждачное полотно. Вот она как в дождь работает. Здесь по желобу стекает. И листья сами стряхиваем. Вот это у нас болотная вода. Ну, она у нас техническая сейчас.
А, тем более мы сейчас уезжаем. Я вылил отсюда. А, вылил, да? Да. Ага. Ну и все. Будем собираться и уезжать в следующую избушку к ее старшей. Старшей избушке этой 3 года с половиной. А то и 20. А то и 25 уже. И поэтому едем к ней. Там брусника уже точно есть. Она была однобокая. Сейчас через 2 недели она поспела. Собрались. Эту избушку мы покидаем. И едем к следующей. Клюкву посмотрели. Клюква есть. Доходит. Дошла. Уже можно собирать. Через 1-2 недели ее уже можно конкретно собирать. А бруснику мы поедем на то болото, где были 2 недели назад. Там она уже должна дойти. И там ее поберем. Идет дождь. С ночи целый день. Ну, как обещали. Поехали мы неудачно. Как раз дождливую погоду. Сейчас грузимся. И отъезжаем. Подъехали мы к избушке старушки, от 3-годовалой избушки мы приехали к избушке, которой 25. Дымок уже дымится. И свечка горит.
Завтракаем. Завтрак у нас сухое мясо вместо тушенки, сыр, чеснок, лук, батон, пирожок последний, да? Угу. Последний пирожок из деревни с капустой. Немудрёный завтрак. Да, ну что мы как? Пособирали ягод, 2 дня под дождем. Ну, тоже не дошла получается, да? Ягода? Да. Нет, ягода почти готова все. Почти готова, но вот на открытых участках такая красная немножко, еще чуть-чуть бы ей. Погода не дала. Но утянуть больше нельзя, потому что если еще неделя она уже переспеет, вот те, которые бурые, угу, она уже будет течь. Ну, пособирали мы в новой избушке. Потом переехали в старую избушку, но старой пособирали. Ну, хватит немножечко есть. Брусники мало. Брусники маловато. Клюква есть, готова, даже можно уже ее сейчас собирать. Местами она красная, уже дозрела. Мы поедем позже. Ее можно допоздна собирать. Завтракаем и едем домой. По пути будем убирать путики. Ну, что-нибудь чистить будем. Что-нибудь почистим. Дорубим. Переправу строить. Переправу строить и подготовим дорогу зиме. Для зимы, чтобы зимой легче было проезжать. Ah.
прямо сейчас. Ага. Так мы предотвратили падение очередной елки. Целилась она прямо на избушку. Если же упала бы, то, конечно, сразу посередине избушки весь конек, всю крышу бы нам повредила. Такая вот она толстая, сухая. И это до этого выворотень тоже в другую сторону стоял, метра 4 встал на место. Затем нынче зимой елка вот эта упала, выворотень, конечно, сразу посередине избушки, и весь конек, всю крышу бы нам повредила. Такая вот она толстая, сухая. И это до этого выворотень тоже в другую сторону стоял, метра 4 встал на место. Затем нынче зимой елка вот эта упала, выворотень встал на место. Вот он какой, на место встает. И вот уезжали мы 2 недели назад, вот эта елка стояла, и нам повезло, она упала мимо нашей избушки. А так бы могла точно так же упасть на эту избушку. Ну все, собираемся, уезжаем. Сейчас дрова, может, попилим и поедем домой. Вторые сутки идет дождь, усиливается, то моросит, то прекращается. Вот так крыша у нас постеленная наждачным полотном отработанным. Проходит испытание. В новой избушке трехгодовалой такое же полотно, цвет только там серый. Смотрим, вроде нормально. Здесь у трубы, за счет того, что печка работает, и вокруг трубы сухо. Немножко вспучило лист, но ничего страшного. Вот эта шелуха сыпется, ее потом легко будет стряхивать. Я думаю, что будет служить долго такая крыша с такого покрытия.